У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Это не все. В машине был еще один парень. Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. Томми, надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог. А вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми, нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Там. Понятно, босс. Выполняй. Давай, пошли. Зайди к Винни, я здесь подожду. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Полапаешь там тёлочек за дядю Винни, а? Не сегодня, Винни. Есть разговор. Садись. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже, можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Ты что, бросишь меня тут?
Поехали! Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. Хватит об этом. Хорошо. Сегодня. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он не уберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Здесь останови. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Забывайте о приличии. Эй, красавчик. Ладно? Тебе девочку или выпивку? А может, и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выпей рюмочку, расслабься и развлекись как следует. Добрый день, сэр. Я обожаю таких. Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь, Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Мы можем просто поговорить. Как же мне без тебя жилье оплатить, если больше красавчик. Ты ничего не хочешь, исполни. Вижу, ты немного нервничаешь. Но не бойся, я тебе все покажу. Я ищу Мишель. Ты ее знаешь? Да, она пользуется спросом. Запишись у того парня за стойкой. К Мишель надо выстоять очередь. Скажи, что такой красавчик, как ты, делает в этом месте? Ищу девушку по имени Мишель.
Она занята наверху, зато я свободна. Я ищу Мишель, где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь и не суетись. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Пусть сотрудничество отеля Корлеоне и семьи Морелло будет долгим и плодотворным. О, Боже. Не смотри туда. Он вооружен. Сюда! Я в укрытии! Вызовите полицию! Себе. Ты здесь подох! Я пустой! Прикройте! Иду за укрытие! Занял позицию без... Вижу его!
заряжаю! Ты Мишель? Тебе-то что? Знакома с парнем по имени Сэм? Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло. Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Спасибо. Исчезни, и мы будем в расчете. Черт! Все, попался!
живо! Нашел укрытие! Это не то, что вы подумали.
У нас стрельба и взрыв в отеле Корлеоне. Никто рыдать, я тебя нашел. Подозреваемый уходит по крышам. Ликвидируйте его, пока вниз не спустился! Это что? Боже, вы слышите? Отхожу в укрытие! Найдите его! Мужчина, вроде итальянец. Вот он! Посылаю за этим типом всех, кто у нас есть. Поднимайтесь за ним. Он тут, на крыше! Что, думал от нас удрать? Да, а вот мы тебя ждем. Нужна. Похоже, он ушел. Как бы низко мы ни пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, ближайший друг Билли хотел бы сказать пару слов. Спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Пожалуйста, хватит! В чем этот Билли был замешан?
Как ты посмел прийти сюда? У меня на мушке. Ты мог давно остановить это! Здесь был его там! Отец! В этом городе по-другому не будет! Меня выглядит хреново! Отхожу в укрытие! Сейчас ты сгоришь! Думаешь, мне это нравится? Что вы наделали? Убийство в Доме Божьем? Они преступники, отец. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ох ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги.
У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. Из-за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из цели. Где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Сюда приперлись остальные! За тобой! Парни, отцепите церковь! Не дайте ему выбраться! Да когда они уж давай, лезь когда фал! Ты издеваешься? Небось, попробуй кого-то! Ты что, фоской мне угрожаешь? Можно залатать свои раны. Что-то происходит. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди, а то и правда на кладбище уедем. Полиция заметила и преследует подозреваемого.
копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился, но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Мы поставили заграждение. Это его замедлит. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Всем машинам отменить погоню поиском... Ух, оторвались. Слава богу. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Давай вернемся в бар. Надо залечь на дно. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься, священник будет держать рот на замке. Мы надрали зад Морелло. А тебя с Поли уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все, босс будет доволен. Сэм, спасибо, что... Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Господи, Томми, ты признался, что устроил перестрелку в храме. Самое веселье еще впереди. Ты же понимаешь, что я уже могу посадить тебя до конца твоих дней? Вероятно, если сможете доказать хоть что-то. Но тогда вы не узнаете о Морелло. Простите, что долго, моя смена только началась. Что будете? Два обеда, пожалуйста. И еще кофе. А знаешь, давай сразу кофейник. Вернемся к делу. У тебя были проблемы после этой истории в храме? Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелотти переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило?
меня нет. Возможно, Поли что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелла, мы отлично зарабатывали. Дон не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока Фрэнк... Калетти, канцелярия Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. А вас, парни, все чаще говорят в городе. Да, вчера слегка помахали кулаками. Ерунда. Я не про кабацкие драки. Я беспокоюсь, что ты приходишь в клуб и за всех платишь. Ну, надо же бабки тратить. Продуй их на воскресных скачках. Своди даму на шоу, ну или вложись во что-то. Что, стать парнишкой с Уолл-стрит? Не дерзи мне, Томми. Я пытаюсь объяснить тебе, как не оказаться в канаве. У тебя была собака, Том? Да. Дворняжка в детстве. Мне было лет 8. Мы еще жили на Сицилии. И была у меня красотка чернекодолетна. Шустрая борзая. Не было собаки быстрее ее. Я встретил Дона. Мы стали проводить собачьи бега. Ставили на нее мелочь, пустые гильзы. Ни одна собака не могла догнать ее. Пока в какой-то день она не пришла второй. Мы проиграли тогда складной нож. Но Дон пришел в бешенство. Она состарилась? Нет. Залетела. Началась течка. Она сбежала. И каждый пес обвинил. Ты как та собака, Томми. Соря деньгами, ты становишься сукой во время течки. И каждый в этом клубе мечтает тебя отыметь. А когда тебя отымеют, ты становишься бесполезен. Понимаешь, о чем я? Да, я тебя понял. Хорошо. Задумайся о своей карьере. Полли достиг потолка. Он хорош в драке, но умом не блещет и руководить не может. Сэм предан, но он недальновиден. А вот ты, Томми, мог бы однажды управлять городом. Что ж, я ценю это, Фрэнк. Так это... Что случилось с собакой? Дон хотел ее утопить. Я сломал ему нос. Высади меня здесь. Передавай привет Саре, Томми. Дни всем заправлял Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. А, Томми, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Ха, умница девочка. До завтра, Луиджи. Я помню, когда босс еще был при Бипоне, послали нас шлепнуть одного типа, какого-то грязного политика. Буря была страшная. И вот мы, значит, едем к нему в пригород. Улицы тогда освещались паршиво, всюду темень, хоть глаз выколи. В общем, приехали на место, выходим из тачки. И тут как ударит молния. Вдруг я вижу на лужайке голову. Отрезанную, лежит с открытыми глазами и смотрит. Надо ты гонишь. Той ночью какие-то парни нас опередили, грохнули его первыми.
Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Херня это! Да честное слово. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь настороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди Полли на складе. Он прихватил стволы на всякий случай. Да, Фрэнк, сделаю. Славно. Прошу тебя, доставь канадский товар в сохранности. Понимаешь, Дон уже присмотрел для себя один ящик. Если хочешь эту тачку, бери ее, Томми. Спасибо, Ральф. Чего не спишь? Я посплю, когда уснет Фрэнк. Знаешь, совсем он нас загнал. Морелла отгрызает куски от нашего бизнеса, Ральф. Поставки бухла наш козырь. Хоть здесь мы впереди. Ну, а я только в тачках смыслю, Том. Я снова сменил номера на всякий случай. Увидимся утром. Ладно.
Эй, Том! Эй, эй! Осторожнее! Я же только вызов. Прости. Знаешь это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Не пац. Там нет ничего, кроме вонючего коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. С Сарой встречаешься? Дочурка Луиджи – твоя ночная смена. Ну ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки и сам же ее отобрал. Заткнись, Поли. Ладно. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в берлогу. Интересно, что бы она могла поведать о своем старике. Брат Луиджи был тем еще убийцей. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово. Тебе не придется и врать. Заодно это... можно на ней жениться. Вот черт. Сэп должен ждать здесь, но его нет. Что-то здесь не так. Да ладно, не ссы в трусы, Том. Может, он от ливня укрылся? Или дегустирует? Разбудим его. Я его не вижу. Ладно. Пошли искать. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Кто-то здесь прятался сегодня. Парень, что смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Какой-то все бесхозный. Сволочь собак убивает. Что-то здесь не так. Где ты прячешься, мать твою? Эй, приятель!
Батюшь. Брось оружие. Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется по-плохому. Ну ладно. Скорее сюда! Я его прижал! Сейчас ты сдохнешь! Здесь как-то все не так. Это была подстава. Стой! Это я, Том! Оли, ты почему так долго? Искал Сэмми. Нашел его? Пока нет. Только этого. Один из канадцев. Готов поспорить, остальные тоже мордой в грязи лежат. Вот черт. Это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. Они ничего не сказали. Похоже, платит Морелло. Вот гнида. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда. Это серьезные ребята. Должно быть из пограничного контроля. Да. Их не пальцем делали. Копы Лост-Хевена на их фоне просто котята. Потише. Томми, взгляни! Кажется, мы нашли канадца. Сэма там нет? Нет. Хоть что-то радует. Несчастные. Проверьте постройки. Вижу его!
Пограничный контроль на поводке у Морелла. Парни, жмите! Богу, давай к нему. Останьте здесь, прикройте нас. Стреляйте во всех, кто появится на горизонте. Кроме нас. Они с тобой сделали? Подстрелили. Боже, сколько же крови. Идти можешь? Нет. Нет, не думаю. Ладно. Ладно, ладно, ты только держись. Сейчас подгоню тачку и поедем к доктору. Эй, эй, ты справишься, Сэм. Томми, останься с ним. Я мигом, скоро вернусь. Ладно. Суки! Эй, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да. Да, бывало. Откуда эти ребята повылезали? Замочи! Давай, Том, мочи! Я тут загибаюсь уже! Они меня нашли!
лезут по лестнице! Отходи их сбоку! Тони и Донни тоже? Да. Вот же сраная бойня. Как сам? Пока вроде держится. Я за ним. Смотри оба. Все, парень, едем домой. Мне нужен доктор, Полли. Да, я вижу, Сэмми, давай держись. Тихо, тихо, все тихо. Сколько тебе золотая? Ничего. Хорошо. Полли, у нас еще гости. Скорей, едем. Я рядом, Сэм. Поищи Томпсон. Еще там должны быть патроны. Как будут прямо за нами, вали их нахер. Не дай им обогнать нас. Эта дура просто огромная! Хера себе! Откуда у них такой грузовик? Нет, они еще и сбоку заходят! Да ну нахер! Крепко
прицепились! Очень близко, Том! Поезжай сейчас же! Это тачка! Полли, у нас... Вместе, Том! Вытащи Сэма, я схожу, разбужу доктора! Сэм! Сэм! Мы на месте! Док тебе поможет! Я у тебя трижды в долгу. Оли, что ты здесь делаешь так поздно? Здрасте, док. Простите, что поздно, но с нами раненый. У нас несчастный случай. Ладно, заносите его. Хорошо, спасибо. Так, я побуду с Эбом. Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. У доктора и так забот полно. Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том.
все нормально будет. Ладно. Хорошо. Эй. Ты молодец, Том. Ты опоздал. Ужин остыл. Работа. Thank you.
Выходи за меня.